Пенитенциарная система Чувашии подвела итоги работы за год. В республике расположены 11 исправительных учреждений. Чем занимаются осужденные, как решаются задачи по их социализации и вообще, что происходит сегодня за колючей проволокой, обсудили на коллегии УФСИН по Чувашии. Ситуация в исправительной системе под контролем. В прошедшем году побегов и беспорядков не допущено. Осужденные преимущественно заняты полезным делом. Кто-то работает, кто-то получает образование. Мы жестко и четко поставили задачу, что ни один осужденный, который освобождается, ни один не уходит без профессии. Мы стараемся дать для нашей республики нормального гражданина, который уже может войти в общество, вписаться в экономику, может уже трудиться и своим трудом приносить все то, что касается ее лично, жить, существовать, кормить семью, кормить своих детей и соответствующим образом приносить пользу обществу нашей республики в том числе. 8 центров трудовой адаптации и 1 лечебно-производственная мастерская. Исправительные учреждения республики имеют достаточно производственных площадей и рабочей силы. На промышленной основе выпускают большой ассортимент. Спецодежду, форменное обмундирование, палатки, изделия художественной ковки и многое другое. В учреждениях осваивают и другие виды полезной деятельности. Вот горох в этом году посеяли, горох выращивали. Вообще нигде не было гороха. Вот в Алатыре ездили. Осужденные полностью обеспечивают себя продуктами питания. По многим позициям до 61%. Излишки идут на реализацию. Так, в прошлом году от продаж исправительные колонии выручили около 900 миллионов рублей. С прошлого года начато производство мясной продукции. В целом, по показателям работы в системе рейтинговых показателей по стране УФСИН Чувашия 2 года подряд занимают лидирующие позиции. Полученная прибыль идет на улучшение условий содержания, ремонт помещений, внедрение новых форм работы с контингентом. Наталья Мальчикова, Андрей Шоклев, Республика.